Мы сейчас вышли гулять, идем на качели. У нас тут закат, как раз уже время. Да. Вот, кстати, тут костюмчик с Валберис, который я забирала, уже на ней. Удобный. Да. Да, папка. Сейчас там вот там расположены у нас качельки. Да, мой сладкий. Да. Ручка тянется, конечно. Ну, жара вроде ушла. Тюболь, 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 тюболь. Ой, это что-то растет. Интересно, что это. Такая вот дорога у нас впереди. Сейчас ждем Таню. И идем. Все, Таня идет. Ты в детстве сама на таких каталась? Угу. Я и взрослая тут недавно прокатилась. Знаете, просто на кого не лезает. Ну что, садись. Давай рабочая, да? Садимся, вот. Рабочая, вот так, да. Я вот так ее сажаю. Чтобы она вот так вот. Давай, и держись, хорошо? Держишься? Все, держись. Поехали. Держись. Держись, Викуля. Да, взрослый ребенок. А, Таня и Вика. Ой, тут что у нас? Они пока катаются. Собачку зовут Одри. Одри! Все? Собачка! Это не кошка. А что, меня боится? Меня что-то боится. Такс. Тут есть прудик. Одри! Одри! Ой, как кусают, кошмар. Здесь у... Ой, рыбка, походу, там. Походу, там рыбка. Ну, вот кусают, конечно, здесь, конечно. Конкретно. Ноги. Комары, уже вечер, конечно. А здесь что такое растет? Кстати, красиво ветки свисают. Одри! Одри! Привет! Ой, как красиво сел! А это девочка или мальчик? Понятно. Одри вроде и женское имя. Это девочка, да, Тань? Да. Тогда все. То мало ли. Я же не знаю европейский манер, как называют собак. Ну, конечно, столько кружить. Мама, сейчас в бок. Куда пойдем? Давай. Шмеляка огромный. Да. Заброшенные игрушки. Шапку не снимай. Где мама? Мама убежала от нас. Мама бегает. Ой, давай маму догоним. А? Столько машин мимо нас проехало. Мы уже с площадки уходим, потому что комары кусают. Привет! Все, пока. Ой, куда мама девается? Куда мама уходит? Где мама? Викуля. Все. Нашла маму. Надпись это, да? Он прям так и говорит посторонним в? Да. Прикольно. Красиво, кстати, тут на фоне дерева. Жуткий комар там летит. Немножко остановились и все. И сразу мясо. Все. Мама бежит. Мы едем. Здесь дорога получше, чем там было. Здесь вот такое покрытие. А там вот какое-то такое. Ай-яй-яй, как кусает.
Бусики прыгают. Ромашек-то сколько держит букет. Ой. А вот эти как цветы называются? Не знаешь, фиолетовые? Тоже не знаю. Вот эти очень сильные. Угу. Смотрите, как красиво оформлены цветочки. Висят около дома. У нас тут миссия «Сорви ромашку» называется. Ну да. Это точно улитка? Ну, смотри, как она, да, медленно ползет, и какие у нее усы. Мать моя женщина. Вон, крепись, крепись. Она какая-то... Литка. А что она такая странная? Она растянулась. Видишь, хочешь, возьми ее, она стянется. Да это что, Костя, что ли, чтобы взять? Ужас моего, проси брать все, что хочешь. Я как бы девочка. Да, да, Вик. Вик, смотри. Только Вик, в рот ей не предлагай, ладно? Вон, она, видишь, из панциря своего вылезла и ползает. А где панцирь? Вот он, панцирь. В смысле? Ну вот, ну потрогай. Хоть. Да не хочу трогать, фу. Сейчас Вика покажет, как надо трогать. Ой, оса. Это какашка такая. Фух. Ой, ну зачем ты ее валяла? Ой, видишь, смотри, она свернулась, смотри. Вот, развернулась. Да, она свернулась и снова развернулась. Блин, сейчас в ухо укусит меня оса. Смотрите, как соседи написали: осторожно, все в говне. Типа, не заходите к нам. Ну ладно. Мы тогда пошли дальше. Наверное. А эти лестницы как поставили-то. Красивый, красивый прудик. В русском стиле. Вообще. Классно. Очень классно. Интересно, это ель или сосна такая? Сейчас мы обойдем колясочку. Солнышко. Ой, забор завалился, только у них не видно. Чуть не упала сюда, сейчас бы наступила, не смотревши. Прикольно. Все, мы пришли в тупик. Это считай тупик, правильно? Уже фактически. Такая вот дорожка. Да, прикольно у них там с прудиком тема. А, бассейн у людей маленький, правда. Оп. Ну вот и наступил уже глубокий вечер. Там звезда горит какая-то. Мы пошли ребенка укладывать спать уже наверх. Так что давайте уже до завтра. Завтра будет новый день. Завтра будет новый влог. Так что всем-всем пока.